Здравствуйте, дорогие! Это Елена. Я сейчас сделаю расклад для тех девочек, кто познакомился недавно с мужчиной, либо по переписке, либо по звонку, либо где-то встретился, и не знает, что этот мужчина из себя представляет. Сейчас мои карты вам попробуют. Вот карта сама упала. Это карта якорь. Это прекрасная карта. Это надежный, уверенный в себе, стабильный мужчина, которому можно полностью доверять и с которым можно строить дальнейшие свои отношения. Сейчас мы посмотрим, а что вообще, какой фундамент у этого мужчины, что вообще у него было в жизни. Это карта букет. Это очень прекрасный, гармоничный мужчина, который знает, чего хочет. На внешность очень привлекательный и обаятельный. А что этого мужчины было в прошлом и уже никогда не вернется? Что у этого мужчины было в прошлом и никогда не вернется? Была какая-то женщина, бывшая, его бывшая женщина, девушка. Это осталось все в прошлом. Забудьте, не переживайте. Она никогда к нему не вернется. А что будет в ближайшее будущее у вашего мужчины? Его друзья. А если вы будете продолжать это общение, это верность его к вам. У вас будут доверительные, хорошие, прекрасные отношения. Давайте заглянем в более далекое будущее. Что же там будет? У вас, возможно, будет общая даже работа. У некоторых девочек этот мужчина по работе. Знакомство по работе. В командировке, может, познакомились, у вас будет общая цель, общее какое-то дело, общие интересы. И вы как пара будете очень сильны. Теперь посмотрим, давайте, какой вас видит этот мужчина. Какой он вас видит, вообще представляет. Ох, он считает вас такой какой-то резкой, очень такой решительной женщиной. Сказала, сделала. Очень прекрасно. Очень прекрасно. А теперь давайте посмотрим, вы как его видите, именно как вы его видите, этого мужчину, с которым вы познакомились. Ага, это вышла карта письмо. Возможно, вы его видите очень общительным, вы с ним переписываетесь или созваниваетесь, или только начали встречаться, и вам очень приятно с ним общаться. И это еще говорит карта о том, что вы его видите денежным мужчиной, что у него есть денежки, у него есть образование. Очень замечательно. А какие есть страхи или надежды у этого мужчины? Страхи или надежды? Это крест. Какие-то сложности, он боится каких-то сложностей. Либо у него какие-то страхи именно в его семье. Крест – это его семья, семейные его корни. Что-то там семейное. Ну, как бы это вас, конечно, волнует, но не так должно волновать очень сильно. Итог этого расклада. Что же представляет из себя этот мужчина? Я очень рада. Это карта дом. Этот мужчина будет домашний. У вас будет совместно красивый дом, либо квартира. Очень прекрасно. Этот расклад просто позитивный. Девочки, продолжайте общаться. Все у вас будет хорошо. Вам желаю счастья, удачи и изобилия.